Хватает же иранцу этого, правильно? А вот здесь зря в обводку. Вот здесь зря в обводку, потому что можно Никунам сейчас грозил очень здорово команду свою подвести. Ди Мария. Гаго. Кому этот пас? А пас на Маркуса Рохо, который очень сегодня активен. Ди Мария уже выскакивает на свою позицию. Прострел. Рукой играет отлично проводящий матч сегодня Хагеги. Еще один пас. Вылетает Садыги. Тоже играет уверенно. Да, Аргентина катала первый тайм, казалось. Ну, не сейчас, так потом. Не потом, так через пару минут. Месси бьет! И вот вам Лионель Месси. 90 плюс 1. Для структуры игры, для того, чтобы не доводить до 90, может быть, даже он сегодня и был хуже, чем... Но он решает. Вот поэтому его и держат. Под каким прессингом он находится, это да, конечно, мне жаль. Жаль иранскую команду. Удар фантастический у Лионеля Месси сложился. Ну что, для того, чтобы поддержать свое реноме, он должен, наверное, был забить именно так. Не с 18 метров, а с 22. Опять же, из своей позиции. Опять же, с левой обводящим в притирочку к штанге. Может быть, чуть-чуть ее даже там поцеловал мяч, а может быть и нет. Это гол Месси, безусловно, и чуть-чуть передернул. Вратарь не видит, спрятал момент удара. Но все равно летел, как умел Хагеги, не достал. Лионель Месси решает. Если бы он не забил этот гол, сказали бы, Месси игру провалил. Месси никакой, Месси не был виден. Зачем он нужен вообще? Месси забил, и завтра все абсолютные издания выйдут с его фото на передовице. А на самом деле Аргентина сегодня впечатление производит довольно-таки унылые. Что с Месси, что без Месси.